Ваш любимый цвет. Любимый цвет? Да, ваш синий. Любимый цвет. Синий. Это, да, вот все. Да. Все сходится. А, когда роботы заменят учителей? Уже сейчас ряд активностей, все, что связано с запоминанием, с прокачиванием навыков, вполне заменяют. А вообще полностью могут заменить? Нет. МГПУ или Министерство образования? МГПУ, конечно. А что вы выберете? Новый большой корпус для университета в центре Москвы или 5 новых сильных преподавателей с мировым именем? Второе. 5 новых сильных преподавателей, безусловно. Самый запоминающийся... Тогда и корпус будет. Самый запоминающийся день в университете? Ну, в этом году, когда снегу много выпало, и надо было быстро все очистить. Любимый корпус МГПУ? Ой, такого нету. Любимое место в МГПУ – это переезд из корпуса в корпус, потому что это возможность спокойно с кем-то поговорить. С каким великим педагогом прошлого вы хотели бы встретиться лично и пообщаться, если была такая возможность? Я думаю, что я бы с двумя людьми хотел пообщаться. С наркомом Луначарским, который... мне кажется, имел планов больше, чем сделал, и очень мне хотелось сказать, что он еще не доделал, да, вот как он вообще оценил бы. И второй, это уже, ну, такой фундамент, это Константин Дмитриевич Ушинский, который, ну, в общем, у меня есть вопросы к стройности всей его системы, и я хотел бы их прояснить. Сейчас в институте имени Ушинского нервно вздохнули. И финальный вопрос. Блиц. Когда вы перестанете быть ректором, как вы думаете, что будет вашими главными достижениями в университете? Достижения в университете – это командная работа. Она такая большая командная работа. Я думаю, что основное достижение – это люди, которым стало интересно что-то делать и видеть, что это образование им, в общем, приносит какой-то успех.